пока там челленджи, где-то выиграем мы. За Камилем будем посматривать. Так, смотрите, как пошел. Развернуться. Че, бал зарабатывать, нет? А, он в глаз попал. Тоже неприятно, когда, знаешь, изначально, с начала схватки тебе там в глаз попадут, чуть это сбивает тоже. Это, борцы привыкли все равно к такому. Это, конечно, их ни в коем случае не должно как-то с колеи, да, сбить. В любом случае, только появится какая-то спортивная злость, да. Ну, японец молодец. Японцы, они все равно уважительные. Сразу извинился. А то вчера здесь подлавливает, два балла забирает. Пытается накат сделать. Терпеть, Андрей, ничего не дать. Терпеть, стоять. Отстоял. Так, показывает, работает. Он, смотрите, на дистанцию не пускает. Такой в захвате пытается работать. Подтягивает к себе Андрея. Край ковра, осторожней. Начинай свою разведку, начинай путать, начинай тоже проверять. Смотри, как работает японец. Еще два балла отдаем. Два балла. 6-0. Еще два балла. Ой-ой-ой, ты посмотри. Японец вообще непростой. Давайте Камиля быстро глянем. Камиль на перерыве 3-0 выигрывает. Челлендж. Да я не верю, что так с Андреем. Он сам физически сильный. Я не верю в это. Маленький такой этот японец, коренастый. Ну попробуй сам, ну видишь, атакует. Ну попробуй сам, можешь получится самому атаку сделать. Посмотри, он просто как швункует, он аж отлетает. Ну, 10-0 здесь, досрочная победа, и мы на Камиля уходим, друзья. Здесь что-то сильно проиграл японец, прям вообще. А смотри, Камиль молодец, 7-0 уже ведет. 7-0 ведет и продолжает атаковать.